Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня у нас очередная распаковка, очередная посылка с сайта AliExpress. Здесь крючок для ванной комнаты. Давайте откроем и установим его. Посылка шла 3 недели из Китая. Взял я этот крючок в мобильном приложении AliExpress за монеты и за 1 цент. Я уж не помню, сколько монет заплатил, а получилось где-то 75 копеек. Вот такой крючочек за 75 копеек. Установлю его в ванной комнате для под мочалку. Ну, можно в любом месте установить такой крючочек. Крепится на саморезы. Вот, вернее, на дюбеля. Вот здесь в комплекте есть дюбеля. Крепеж. Ключик имеется. Здесь раскручиваем, вынимаем само крепление. Крючок металлический, хромированный. Видите, как блестит. Так, здесь вот под шестигранник. Ослабляю. И эту часть закрепляю к стене. Вот, ничего, отверстие. Примерно вот на такой высоте. Так, маркером, чтобы не стерлось. Сверлить буду специальным сверлом по керамической плитке. Этим же сверлом можно сверлить и стекло. Сначала нижнее отверстие. Сверлит отлично. И верхнее отверстие. Вставляю дюбеля. Нижний вставил. Теперь верхний. И прикручиваю основание. Перетягивать тоже не надо. И дальше уже устанавливаю сам крючок. Затягиваю с помощью шестигранника. Так, все, подтянул. Держится крепко. Так, все. Крючок на месте. Все, можно вешать и мочалку. Сейчас только надо убрать грязь. Вот такой крючочек, друзья. Ссылочка на него будет в описании под видео. Может, кому-то и понадобится. Ну, на этом и все, друзья. Буду заканчивать. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Всего вам доброго. До свидания. Удачи вам. Пока.